Так, запись пошла. Снова приветствую всех, кто будет когда-либо смотреть это видео. Это игра Blade of Darkness. Блять! Как... Да где ты нахуй? Ух ты здесь взялся! Ёб твою мать, ну и начало. Откуда ж ты здесь взялся, пидорас? Я ж тебя в тот раз загандонил. Вот сука! Короче говоря, опять я пробую записать эту игру, и мне постоянно нихуя не получается. То одно, блядь, то другое, блядь, то третье, нахуй, ёб твою мать. То звук не записывается, то еще что-то не записывается. Я еще раз, о, попробую и буду ее записывать просто тогда уже без комментариев, потому что меня не слышно. Так, 500 здоровья забираем. Твори не выпей, блядь, пол-литра. А то нахуй захмелеешь, блядь, пиздец. Ты здесь упадешь, кто-нибудь выебет, блядь. Так, сейчас я попробую звук уменьшить, потому что я охуеваю, блядь. Меня не слышно нихуя. Так. Ёбаный в рот. Они что, здесь враги, что ли, возвращаются? Я их здесь всех перегандонил в прошлый раз. Откуда их опять здесь столько? Не дай бог еще сейчас. Не дай бог там внизу еще кто-то есть. Должны быть только убитые враги. А тут что? И бутылка. А тут нужно... Опять здесь кто-то шипит. Ну я... Блять, мать его ебал. Это не шипел, блядь. Он звенит, блядь, ходит мудями. Своими пожарами. Так, что у нас тут? Экспир. То есть такой же, как этот. А это что? Просто спир. У меня такой есть, нахер мне второй-то. Так. Ну вот он где-то тут ходит. То есть они все вернулись, бля. Я хуел. Ну где ты? Бутылка просто, я за ней пришел. Ее можно бухнуть. Так смачно выпивает. Жалко, что не сделали анимацию закуски. Так. Блядь. Все-таки он тут есть. Орк, сворд. Слово интересное, орк, вообще что оно означает, откуда оно взялось? Орк. Как будто кто-то рыгнул, блядь. Блядство какое, куда мне теперь идти? Как будто они тут бухали, потом подрались. Скидали, здесь сексом они здесь не занимались. Волосатые мужики здоровые с маленькими. Так. Ну и что теперь мне делать? По-моему, я опять попал. Попал в неприятности, не знаю, куда мне идти. То есть я сюда пойду, куда я попаду? Нахуй ты достаешь ты? Лет,
есть какой-нибудь ключ, еще чего-нибудь? Ни хера нет. Ключа ничего. Нахуя я сюда ходил, спрашивается тогда. Если здесь ничего нет. Там, кстати, кладбище, где скелеты. Ну, пиздец. Так, ну давай вниз как-то что-то искать здесь, потому что я, конечно, помню примерно по прохождению вот Госу, который я смотрел, что здесь нужно делать, но даже с прохождением я не очень понимаю, куда дальше идти. Там нужно куда-то упасть, по-моему, в дырку в полу, блядь. А, вот понятно, это наверх лестница, а здесь просто... Ну что, мне в дырку ебанулся вот в эту? Что там у меня там? Ну я тут был. А, это самое начало, что ли? А, нет, это где этот лучник ебаный стоял, которого я загандонил с седьмого раза. Так, ну давайте, мясо пока, или оно уже не помогает. Чё, тейбл? Ну пока, видите, что-то... Но всё равно толку от этих сухарей уже чуть. Так, Вэйо Фармина и сыр, давай. Смотри, только карту не съешь. А, еще и ключ. Ключ-то бери, ёпта. А ключ откуда? От чего, точнее? От чего может быть ключ? Ключ, стало быть, отсюда, потому что куда же я отсюда вылезу? Ага, хуй-то там. А как? Что мне теперь сделать-то? Из окна, что ли, прыгать, ёбаный в рот? Стрелы подобрать. Я их тут много, блядь, накидал, нашвырял. Вот эти, она не достает, вот этих стрел. Не, не достает нихуя. Ну и что, мне из окна теперь что ли падать? А вон мне, а как же я туда попаду-то, ебать? Что мне с разбегу прыгать? Ну я туда не прыгну, вы что? Или это надо как... Я так не смогу. Надо брать палку. Где палка, ёб? Блять, палка, где твою мать? Ну, блин, вообще. Что-то я так чувствую, ничего хорошего из этого не выйдет. Угу, заебок. Чуть ты ногой-то ударила. Так, заебись. А, бля, я дурак, надо просто было сюда идти. А нет, теперь тогда палку нахуй. Палку в пизду, где она? Где мой топор, блядь? И тут не так просто убить. Еще один. Да ёпта.
давайте пока будем жрать, потому что вроде как какая-то никакая польза вроде бы есть от этого. Даже на 8 уровне. Здесь кто-то стопудово сейчас будет, какая-то тварь. Боюсь заходить, ёп. Неужели тут никого нет? Не может такого быть. Есть мясо зато. Вот тебе и закуска. Смотри, жизнь восстановилась. Какой ты ржешь-то? А, так ты дальше не идешь? Бля. Да на тебе, на крысу, блядь. Еще раз на крысу. Смеется еще, блять, я хуеваю на него. Все, вот тут уже валяются скелеты, я так вижу. Это херово. Так мне ключ нужен, чтобы сюда войти или как? Блять. Заебись. Вышел. Начало в самое. Нахуй мне сюда. Нужен вот тут, что ли? А, вот, наверное. Да? Блять, тут хрипит. Ну как мне это, сука, надоело. Ну ладно, давайте сюда идем тогда. The king alone holds the key that will lead to the heart of his beloved. Are you perchance the king? Or are you merely a miserable thief skulking in the shadows? Да, skulking in the shadows. Давайте... Да не ты, ёбан. Я хочу звук еще потише сделать. Потому что, честно говоря, хуеваю сам, мне уже оглох, блядь. Так, skulking in the shadows. Это шипение, блядь, ссаное, оно меня раздражает. Чтоб он тут никого еще и нет. Так, отсюда я пришел, да? Так, можно наверх-то как-нибудь подняться или нельзя? Чтоб он, похоже, девушек, похоже, делал нельзя. Нельзя так нельзя. Опа! Опа! Где ты? Да нихера ты, тварь! Откуда же ты взялся? Тебя тут не было. Ну что мне с тобой делать, хуйло? Новый противник. Пиздец, бля. И самое главное, что она... Да, этого гандона так просто не убьешь, потому что он... Угу. Иди сюда, петух, блядь, ссаный. Блядь, не ту кнопку нажал, я, сука,
Сейчас я тебе в жопу эту алебарду засуну. Правда, у тебя жопы-то нет. Так, ну может эта палка нахуй не нужна? Так, там еще что ли один? Да ебаный твой рот, сколько вас тут? Ну пока они так разлетаются, даже если там еще что ли кто-то? Откуда вы тут, ребят, взялись? Вас же тут... Ага. Вот отсюда я вышел, а вот, и вот оттуда вылезли эти пидорасты, да? Понятно. Бля, какого хуя? Кто там? А, идет. Давай, иди сюда, гандон, блядь. Мне повезло, потому что я мимо него пролетел, блядь. Это, конечно, блядь, как говна въебать. Так. Так, ну куда пойдем? Может, вниз сначала сходим? Ключа-то у меня и нету. Понятно. Не знаю, надо мне сюда залезать. Блять. Угу. Ну таких я, по-моему, уже видел, да? Они блюют. Мужики с похмелья, ёб вашу мать. Ладно, мужики. Я пришел. Пиздюлей вам принес. Да, блюю. Так, где ты там шипишь? Пить надо меньше, ёб твою мать. Так, 9 уровень. Чё мне на 9 уровне? Ничего мне на 9 уровне не дается нахуй. Вот этот топор 11. Другое оружие 10. Сюда я зачем пришел? Второму разу что ли будет что-то появляться? А вы где, мужики? Где вы там шуршите? О. Ну падай ты, ёб твою мать. Еще кто-то будет. Че, вылезай тогда. Угу. Так, тут тупик. Валяется меч какой-то, блядь, который явно не для меня. И щит.
Ну, тут я уже, видимо, был, да. О, вот бутылочка, которую, блядь, я проебал. Все? Нет, где-то еще он же извинит. Так, тут топор, в смысле, какой-то, хуй знает, альпинистский молоток, блядь. Вот это бы, да, я в тот раз ее проебал просто так, так что придется ее подобрать. Так, все. Ничего, а как мне теперь выходить отсюда, извините за выражение? Опять через... Вот. Так. Вот тут. Блять, она сюда не лезет больше. Ну что, мне просто вылезать назад, что ли? А хуй-то там, блядь, а что мне делать? Еще раз хуй. Ты правда здесь не можешь залезть? Бля, заебись, чё мне, куда мне теперь? Здесь тоже тупик. Ну здрасте, приехали. Что мне делать теперь? Блядь. Не охуеваю, ну я застрял, чё, ёптвоя. В эти окна она не лезет. Здесь идти некуда больше. Вон туда наверх она тоже никак не попадет. Ну, придется опять, значит, подглядывать, как другие проходят. Я не знаю тогда, что, куда здесь идти. По-моему, тут просто тупик полный. А, блядь. Может, вот так? Ну, хоть вылез. Правда, ключа от тех дверей у меня все равно нет. Отсюда я пришел. Сюда мне не войти, значит, придется... А сюда я не залезу, интересно. Да нет, видимо, уже не залезу. Значит, так, а что там было? Машрум. А что, есть можно грибы? Ну ладно, она здоровая у нас, она не будет есть. Так. Я могу только вот сюда идти. Сюда я, что ли, еще не ходил? Или ходил? Увертливый костлявый хуесос, блядь. Ёб твою.
да, я путаюсь очень быстро. Вот я уже не помню, где, откуда я пришел. Здесь где-то есть стена разламывающаяся, которую нужно... Блять, вот она у него не нацеливается. Ну, хотя они без палки неплохо разлетаются, эти мудаки. Еще что ли один? Не, что-то тут ничего нет, по-моему. Так. Уж тут где-то что-то есть. Тоже вниз какой-то спуск. Не, вот тут ебануться совершенно я не хочу. Блять, он туда что ли? Ну ё... А туда зачем? Туда вообще можно? Блять, я тут заблудился. Просто пи... А, тут, кстати, еще тоже где-то есть... Блять. Здесь есть еще два скелета. Они еще, кстати, очень за милую душу пиздят друг друга. Меч, с мечом-то как плохо все. Аж в пол провалился. Здесь где-то есть какой-то секретный проход, который проламывается. Ну где вот он, я не помню. Нужен ли он мне, я тоже не помню. Вот этот ключ, который мне нужен. А вот, кстати, бутылочка, но она мне даже не нужна. Ага. Что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Неужели назад тем же путем? Я охуею. Пиздец. О, нет, я ебанусь, я тут живых-то не останусь. Бля, надо сохраняться. Нет. А можно использовать трюк, как бы, и прыгнуть вниз, и остаться в живых. Только я не знаю, куда я попаду, и что там внизу, если там выход. Вы же там ведь может не быть. Блять, молодец. Ну и все, на этом, по-моему, надо загружаться. Здесь, к сожалению, выхода нет. Так. Ладно. Блять, а? Может разбежаться и туда он пизданул. Не, ну она не долетит до туда, ёпты. Ну здесь. А, тут нужно просто пройти нахуй, ёбаный в рот, а я выёбывался. Хуй знает почему. Так. Здесь я везде был? Или не везде? Ааа!
здесь вроде должна быть какое-то секретное место какое-то. У него тут нет. А может оно и не здесь. Ну и ладно, похуй, блядь. Что теперь? Я заблудился, нахуй. Нет, наверх не надо. Наверху там опять вот, где мы ключ брали. Как вниз спуститься, сука? А. Нет, наверное, вот сюда куда-нибудь. Конечно, да. А, вот, наверное. Что такое ГОСТ-медальон? Мясо, яблоко, ГОСТ-медальон. Где он? Защита от отравления. Да он мне, наверное, не нужен. Меня тут особо никто не травит. Еще здесь должна быть еще одна такая же хуйнина. Ну такая же секретка, и в ней. А, вот тут она, наверное, да? Здесь лежит молоток и бутылочка на 1000, а я ее могу взять. Молоток-то мне нахуй не нужен. Кувалда эта ебаная. Это не для меня. Так, ну побежали. Блять, ну я заблудился, сука. Так, тут чё? Ага. А, нормально, вот тут можно спрыгнуть. Нихуяк, блять. И пошли вон туда. Ну, вроде ничего не пропускаю. А может, что-то и пропускаю, хуй знает. Сейчас тут будет... Сейчас будет пизделка. Так, ну выходи, мужики, давай, по одному. Или сколько у вас тут? Давай ты не тормози, а, подруга. Они, конечно, блядь, друг друга хуячат, блядь, где они? За милую душу? Опа, попал. Так. Блять, вот сука, колотушки свои хуйни сразу. Да, вот у них то ли жизни много, она их особо что-то... Ты, алебарда, это не бьет. Вы, ребят, подыхать будете или нет? Что-то я на вас охуеваю. От вашей непробиваемости, ёбаный ваш рот, блядь. Два мудака, блядь. Меня сейчас убьют.
А, ну он загандонил своего. Он загандонил своего друга, но они меня здорово подхуячили, блядь. Я поэтому, пожалуй, бухну. Да, блядь, я сказал бухну, ёбаный в рот. А как пить-то? Вы что, издеваетесь? Как пить? А, вот так может. Да, вот они не особо бьются этой алебардой. Не особо хорошо они бьются. Потому что у них много жизни уже у этих и... Это, я думаю, на следующий раз тогда пойдет. Ну, тут мы, наверное, закончим. Во-первых, здесь чего? Вот там наверху руна. Здесь еще один будет сейчас сюрприз. В гробу, вот в этом. Что-то мы в следующий раз будем заниматься. Вот. Так что всем спасибо, кто смотрит, как я учусь играть в эту игру. Спасибо всем за просмотр. Если есть желание что-то в комментариях написать, то обязательно напишите. Всем до свидания, всем спасибо, всем хорошего вечера. Выполняйте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.